Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юля. И у нас сегодня еще одно место для фотосессий. Посмотрите, какая здесь красота! Как здесь классно можно фотографироваться в любое время года. Что зимой, что летом, что осень. Даже осенью намного красивее. А вот там, по-моему, свадьба. Да. Также здесь происходят и свадебные фотографии. Нет, тут очень такой красивый парк. В Семилуках находится. Забыл вам совсем сообщить об этом. Нет, здесь очень красиво. Вот в плане, допустим, с той беседки, которая чуть впереди нас ждет, открывается красивый вид на церковь. Да. Нет, тут вообще, тут и озеро есть, и церковь есть. Тут просто шикарно на самом деле. И также здесь еще и обрыв, который можно посмотреть. Весь город как на ладони. Многие городские жители Семилук и Воронежа приезжают сюда, чтобы погулять, чтобы посмотреть на эту красоту. Мне очень нравится, как всегда. Здесь можно подобрать разные ракурсы, как свадебные, так и просто прогуливаясь здесь по этому парку можно. Обычная love story. Love story, да. Не, здесь очень красиво, вот даже на парк посмотреть. Сейчас, к сожалению, уже часть листвы опала, но все равно он еще также остается желтоватым. Покров тоже желтый уже лежит такой. А зимой как здесь красиво, когда все белое такое. И церковь такая яркая на фоне стоит. Где у нас церковь находится? Посмотрите, там вот церковь находится. Да, не забывайте переходить в мой инстаграм. Делиться своими фоточками и, конечно же, лайкать мои фоточки. Сайт будет там внизу в описании написан. Этот вид заслуживает, чтобы его сфотографировали или хотя бы поснимали, как мы это делаем. Этот парк очень запомнился мне. Очень-очень давно как-то я со своим знакомым сюда приехал. И после этого я приезжаю сюда, ну, не каждый год, конечно, но, может быть, там, ну, довольно-таки часто. Выглядит, конечно, бомбично. Таких мест мало у нас в Воронеже. И тем более это недалеко, тут 20 километров, наверное, всего от Воронежа отъехать, и все, даже меньше, да. И вы находитесь или будетесь этой красотой, которая окружает нас. Тут офигенно находиться и снимать, фотографироваться, да и просто прогуливаться на самом деле. Дышать свежим воздухом, наслаждаться пейзажами. Мне кажется, этот парк достоин этого. И вы должны сюда. Ну, может, не обязательно, конечно, приехать, но для своего развития можете посетить это место. Смотрите, какая красота все-таки. Вам понравилось мое видео про новые места для фотосессии? Подписывайтесь на меня. Меня зовут дядя Митя. Ставьте большие-большие лайки. Меня зовут Юля. Всем удачи и пока.